Причем так, достаточно дисциплинированно, в районе одной минуты провели на площадке, и сейчас уступили место другим. А вот, вот момент для добивания! Очень похожая ситуация, и гол! О, это 2-1! Шалунов! Нашел шайбу, уже получает справа от Бочарова, и помешать ему вратарь московского «Динамо» не сумел. Копали, копали и закопали. Сейчас «Динамо», кстати, смотрит этот момент, так, представители, будет запрос или нет. Ну да, есть такая возможность, и судьи сейчас дают время на это. Было бы больше 58 минут, смотрели бы автоматически, а сейчас пока есть возможность. А сейчас еще у тренеров есть возможность взять просмотр на блокировку вратаря. Внимание! После видеопросмотра было определено. Атакующий игрок вступил в контакт с вратарем за пределами площади ворот. И никоим образом не влиял на его возможность отбросить, поразить бросок. Хороший гол.